сегодня вышел на пробежку, шторм там прямо. Вау, волны вообще. Вот там вообще убийство здоровенное. Слышишь? Вау. Ладно, пойду побегу, а то сейчас замерзну. Привет, это я, Михаил. Если вы смотрите этот канал, то значит, наверное, вы его включили случайно. Так, ребята, я сегодня взял с собой селфи-палку. А это значит, что будет много интересного контента. Свадьба у кого-то. Свадьба, пела и плясала. И вот эти люди, например, вот эти окна, вот здесь, они попадают в просвет. А здесь будет вот это еще вторая башня. То есть вот эти все посередине, это до свидания, им открывается. А потом там третья башня. Это мы рассуждаем про недвижимость в Батуни. В Батуни. Это Линка говорит Батуни, вместо Батуми. Мы рассуждаем про недвижимость в Батуми. Да, здесь тоже дорогие варианты. Такие прям, которые очень дорого стоят. Но вообще уровень цен здесь ниже, чем в Питере. И в новом доме можно купить достаточно симпатичную студию. Полностью меблированную. В районе 3 миллионов. Недалеко от моря прям, ну, такую прям, как конфетка. Можно даже поискать, даже можно, чтобы две спальни были. Ну, или как-то полноценная однокомнатная квартира или две спальни, там 4-4,5 миллиона на наши деньги. То есть на самом деле интересные варианты. Можно тоже в стройке, вот то есть вот то, что я снимал, вот. Это здесь строится такой новый комплекс Империал, он вроде называется. Сейчас если будет баннер, я сниму, такой он будет в виде такой тройной волны. И здесь очень дорого, здесь от 2,5 тысяч долларов за квадратный метр, по-моему, стоит. Лин, ты пришла смотреть родители. Лин, как твои впечатления? А, отлично, Лин, ты показывает лайк. Ничего себе, быстро не плывут! Вау! Да, вот другую, конечно, это не так, как по телеку. Ничего себе, так прыгают. Линка, хлопай. Ничего себе, как их прыгают. Я не вижу, где я. Так, ребят, ну что, мы сходили в дельфинарий. У нас куча эмоций. Было очень здорово, интересная программа. И вообще интересно смотреть. Конечно, вблизи это не так, как по телевизору. Там гигантские дельфины прыгают, кувыркаются и делают всяческие трюки.
ну и дети тоже, конечно, в восторге. Но мы вот вышли, как раз с Дианой обсуждали, что не обижают ли там дельфинов. Как вообще это? Вот мы, например, в цирк мы решили не ходить, потому что там, по-моему, к животным не очень хорошо относятся. А здесь непонятно, в дельфинарии вроде как их там любят. Прямо эти вот ребята, которые с ним выступали, ну с ними, с дельфинами, они прям видно, что хорошо к ним относятся. И дельфины вроде такие довольные. Ну хотя не знаю, в общем, это такой вот сложный вопрос. Напишите, что вы об этом думаете в комментариях. Да не, я шучу. В общем, детям очень нравится. Дети, конечно, вообще в восторге, там визжали и пищали. А с этической точки зрения, я не знаю, хорошо ли дельфинам жить в дельфинарии. Если бы я был дельфином, хотел бы я жить в дельфинарии? Не знаю. Задумайтесь об этом. Ты можешь. Да, ну прям с этой. Ладно, расскажи, как тебе дельфинарий? Очень круто, дельфины очень круто выпрыгивали, я таких трюков еще не видел. Блин, а тебе как понравился дельфинарий? Да! Ну хорошо. Видите, детям понравилось. Очень. Понравились дельфины. Да, дельфины реально там были крутые. Гусеницы придут на мой лист. На твой день рождения не придут. А завтра мы хотим поехать. Куда-то. Куда-то хотим поехать. Вот на таких штуках, смотрите. Вон, видите, такие красненькие, там три цикла стоят. Они на, да, моих фолловерс, так сидите. Они на аккумуляторных батареях. И мы их возьмем на прокат и поедем. И поедем в закат. Диана боится ездить на самокатах. Здесь есть самокаты 7-11. Мы с Федькой на них уже гонялись с Линкой. А Дианка трусиха, она не хочет ездить на самокатах. Придется брать эти дурацкие трициклы, ехать на них, потом их возвращать, потому что их нельзя оставлять где хочешь. А на самокатах, на этих желтых, так же, как у нас в Питере, можно поездил, поставил его где-то и все, и пошел там. Что? Диана хочет на велосипеде. Диана хочет на велосипеде. Теперь ждем, когда гусеницы съедят лист. Приезжайте к нам в Батуми. Будем кататься на велосипеде. Ребят, мы после дельфинария зарулили в ресторан, который был здесь в Батуми. Мы уже ходили в Олд-Амбаре, а это еще один. Сложное какое-то название, я даже не буду пытаться выговорить. И не знаю, еще ничего не принесли, может, заказали, но еще ничего не ели. Но здесь очень-очень-очень дешевые цены. Кардиолаз за 78. И очень вкусная компания. Сейчас посмотрим, насколько здесь вкусно. Ребят, в общем, вот это местечко. Сейчас снял название, я его выговорить не могу. Сейчас по-английски сейчас будет. О, вот так называется. Скорченцев, думаю. Короче, вообще супер. Мало того, что очень вкусно. Пиво вообще не поверите. Но сейчас, нет, это потом. В том мы уже были. Короче, 0,5 пива лагеря Герцога, очень хорошего. Свеженького. Стоит 2,5 лари, 60 рублей. Чуть побольше, 70 рублей. Хинкали вообще бомбические. Шашлык тоже бомбический. Не зря, в общем, про него пишут, что оно там и очень вкусно, и ценник более чем демократичный. Ну и там народу. Вот мы пришли пораньше, мы в 5 пришли, еще были места. А вот сейчас мы выходили, буквально вот сейчас часов 6, наверное, там уже все, ни одного свободного столика. Так что если будете в Батуми, заходите, не пожалеете. Вот, смотрите, тоже здесь какой симпатичный дом. Что это, я не знаю. Это тоже апарт, наверное. Вот там вот еще корпус строится, я так понимаю. А эти уже построены, вон там уже for rent висит. И там тоже for rent. Вообще шикарно, с такими террасами, смотрите. Просто супер. Вау. Здесь вообще тоже козырное место. Потом посмотрю, сколько здесь апарты стоят. Расскажу вам. И как называется. Даже если вам это не интересно, вы все равно об этом узнаете. Ну, ребят, прибежали, да, какое место здесь есть, такой спот,
где можно на самбик смотреть. Кажется, как раз самбик взлетает. Вообще круто, сейчас засниму. Давай быстрее! Я говорил проедь там по газону. Я увидела его. Ты все пропустил. Только что пролетел самолет прямо надо мной, я испугался очень сильно. Не, было здорово, прям классно здесь место. Здесь жалко, самолеты редко летают. Так можно было наблюдать, прям как они. Вон полоса сзади за мной, где там посадочно. Так что, Илюша, пристегнись. Борт проводнику занять места. Илюша, пристегнись. Давление 60 узлов ниже нуля по Цельсию. Скорость снижения 10 тысяч футов северной долготы. Рычаг на себя. Эшелону судно приготовиться. Вырубай турбину. Вижу взлетно-посадочную. Штурвал зашкваливает. Покидаем стратосферу. Бабуль, это стиралка.